What do you mean? It's lovely. Lovely? Lovely, yeah. Oh, that's it. I wish I had. I was going to, as a starter, that's what I was going to have. That's it. Chef. And in the corner was the church. Big, big church. In the corner? Of the square was the church. Big church. Mm-hmm. Yeah, it was really. So, a man, what, your grandpa, is he? I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. И снова всем привет, друзья! Сегодня у нас суббота, 20 июля 2024 года. И у нас вчера была такая жара на острове, плюс 27. Вообще не ветерочка и очень-очень жарко. А это Millennium Tower, посмотрите, кто не видел. Видео вам всплывет вверху, я расскажу вам, что это за такая красивейшая у нас башня Millennium. Я еду к своему другу в Саутгемптон, друзья. И вам сегодня у меня в видео я покажу, в общем-то, очень много всего разного. Мы с вами и на море покатаемся на паруснике, и на суше тоже немножко. Ну, в общем, друзья, я расскажу вам, как проходят мои будни. А еще, вы знаете, я покажу тем, кто еще не видел, мою квартиру, а то я кухню показала, там многие, в общем-то, мне тоже пишут такие смешные комментарии, как будто моя квартира только и состоит из коридора длинного и вот большой кухни. А у меня квартира вполне даже себе очень неплохая, 74 квадратных метра жилая площадь, друзья. Так что сегодня... Наверное, я сегодня хочу еще показать вам дом моего друга. Друзья, никогда не показывала, так что усаживайтесь поудобнее и давайте начнем. И, кстати, я опять забыла вам добавить, друзья. Я в самом начале видео показала, как мы, бывает, обедаем в ресторане, в пабе с моим другом, ужинаем иногда. И вы знаете, я не стала уже вам переводить, там я дала английский язык. Английский язык с носителем, помните, да, как у нас любят говорить. Так вот, я в этом видео включила субтитры, друзья, перевод. То есть вы можете включить субтитры и понять, о чем мы разговариваем с моим другом. Давайте попробуем, получится ли или нет. Я делаю это впервые. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are words left to speak. Первый раз в этом году купила я арбуз. Ну, не могу сказать, что прям он красавец такой. Но вы знаете, вроде стучит. Хочу показать вам именно, как на Дону у нас разрезают арбузы. Ну, может быть... Знаете, уже теперь не только на Дону, но вот я помню, у нас отец всегда резал арбуз, главный самый. Вай-вай-вай, смотрите. Ну, вроде бы как и ничего. Вот так вот на Дону режут арбуз. Но вот, к сожалению, он, видите, какой кривой, косой. Надо, конечно же, ему вот это вот вверх вот так срезать. Понимаете, что я имею в виду? Если арбуз ровный, срезаем верхушки и низушки. И дальше, наверное, все-таки я переверну. И дальше мы его вот так вот, опа, разрезаем дольками весь. Очень красиво. Вот, вот смотрите, какая красота, да, друзья? О, супер запах, обалденный. Ну и, наверное, в общем-то и ничего. Сейчас буду пробовать. Но это еще цветы мне мой друг подарил, когда приезжал. Вот эти цветы, названия не знаю.
Очень стоят они тоже долго. Кто-то мне не поверил, что у меня 14 дней лилии стояли. Ну вот, да, стояли. А эти всего лишь неделю стоят. Ну, пока стоят. Лето красное у нас, и вот цветы у меня везде, в каждой комнате. Вот еще и розы другие. Очень здорово. И вот так у меня здесь, в моей квартире. Спрашивал кто-то, покажите ваши другие комнаты. Ну, вот я и показываю. Это моя спальня. И здесь у меня тоже огромное эркерное окно. Я заостряю внимание на вот этом вот опять камине, который давным-давно не работает, но он вообще, вот видите, такой чугунное у него вот это вот для огня осталось, как оно называется, место, да? Вот внизу вы видите тоже. Но здесь опять же ковролин, тут аж под самый низ, поэтому он давным-давно уже не рабочий. И чистить его, кто-то мне сказал, почистите, да и будет вам счастье. Нет, нет, друзья, там все закрыто кирпичами, уже не используется, потому что опасность возгорания может быть. Старый дом, 150 лет дому, поэтому не разрешается здесь вообще пользоваться каминами. Но вот они для красоты. Так еще что хочу сказать. Вот смотрите, вот этот вот мраморный остов камина. Ну, вот это вот мраморное основание вокруг красивое, да? Оно бывает еще, конечно, красивее, но это тоже вполне ничего. Так вот, этот вот серый мрамор здесь, он натуральный. И, представляете, я не знала никогда, а это мне мой друг сказал. А ты знаешь, что сейчас вот эти вот викторианские старинные мраморные остовы от каминов, они очень дорого стоят? Я говорю, ну, насколько дорого, как дорого? И он мне тут же открыл в интернете компанию, которая занимается продажей, сбором старинных вот этих вот мраморных оснований каминных полок. И вот мой вот такой я нашла тут же. Вы можете тоже, кстати, погуглить. И он стоит 3000 фунтов. Вы не поверите, и я не поверила. Я думаю, ничего себе. А я же решила его отделывать ракушками, даже вон там внизу, видите, слева. Начала их клеить, ракушки, потом решила, что да нет, наверное, все-таки не буду я. Ну и правильно, что я не обклеила ракушками. Вот. И я сейчас просто горжусь, что у меня такой замечательный камин. И сказали, что сейчас уже мрамор совершенно не такого качества, как он был в викторианскую эпоху. Поэтому он вот так вот дорого и стоит. Ну это так вам просто для справочки, может быть, кому-то интересно. А это я вам показываю, как выглядит камин у моего друга в большой комнате. Вот тоже мраморное основание, вы видите, и тоже камин не работающий. Там просто стоит электрический камин с огнем, знаете, такой искусственный. Ну, то есть я хочу сказать, что англичане эти камины не убирают никогда, даже если они уже не рабочие, они просто служат как интерьер, как декорация в доме. Ну и возвращаюсь я снова в свою квартиру, чтобы вас не запутать, друзья. Так выглядит моя спальня. Это у меня двухспальная кровать. Я не меняла ничего тут для красоты, чтобы вам снимать. Просто как есть, так есть показываю. Ну вот так. Очень мне нравится вот это дерево здесь на его изголовье. Дальше вот так вот. Теперь у меня выглядит эта стенка противоположная. Раньше у меня там кровать стояла. Теперь вот так. Все очень простенько. Все я делала сама. Вот этот декупаж тоже. Вот так вот выглядит эта стенка. Зеркало, не знаю, куда его пристроить. Это я его так временно поставила. Оно висело над камином. Ну и дальше мы двигаемся, поворачиваемся. И вот так вот выглядит окно. Тоже оно, видите, эркерное здесь у меня огромное окно. Вот такие высоченные потолки. Я говорила, 3-10. Вот, повесила здесь такие немножко темноватые шторы. Раньше у меня здесь белые были. Но сейчас лето, и несмотря на то, что это северная сторона, здесь все равно приходится все это завешивать, закрывать, чтобы спать спокойнее. Слышен шум, потому что неудачно, конечно, здесь выходит у меня окно спальни как раз на дорогу главную, видите, да?
на фасад. И это северная сторона здания, как раз в ту сторону прямо. У нас город Лондон и Мейнленд, большая часть материка. Ну, а здесь вот, видите, лесами все закрыто у меня. Вид не ах. Да и вообще, здесь я на подоконнике не могу ничего такого поставить. Ни цветочков, ничего. Потому что северная сторона ничего не выживает. Пыталась много раз, но, к сожалению, не получается. Ну, вот так. Просили, показываю. Эта комната 12 квадратных метров площадью. Может быть, чуть побольше, если еще учитывать эркерное окно. Ну, а это моя дверь знаменитая, которую я недавно заменила. И видите, когда друг мой приезжал, я попросила его убрать вот эту вот доводку сверху, видите? А он ее убрал, открутил. И сейчас дверь открывается свободнее и лучше. Вот, ну, это мы тут будем шпаклевать и красить попозже немножко. А с другой, с той стороны, с входной, он уже все покрасил, помог мне. Вот так смотрится теперь моя дверь. Снаружи, видите, да? Все мне тут отшкурил, покрасил мой друг. Уже никаких особо, ну вот немножко есть тут, конечно, видите. Но все равно вид уже совершенно другой. Видите, да? Очень здорово. И мне не пришлось самой, как говорится, с этим делом корячиться. Поэтому вот, друг мой, но он сказал, что замок, в общем-то, неплохой, и все нормально, просто надо привыкнуть, но я думаю, ладно. Вот он и здесь тоже, видите, все мне поправил, отшкурил, потому что здесь было несовпадение. Я даже уже не вижу, где я. То есть этот мой чудо-работник, он сделал мне не там петли, где они были раньше. Ну вот мы сейчас все эти заделали дырки. Очень здорово, аккуратно все сделал. Так вот я говорю, что, видите, вот моя спальня, из которой мы только что вышли. Поэтому здесь занимать мою спальню обувью, ставить туда обувь, какие-то ящики. Ну, можно здесь для обуви поставить небольшую такую полочку. Но, опять же, не у самой двери, потому что дверь открывается вовнутрь, и там должно быть пространство свободное, видите, да? А где-то здесь, посредине коридора, ее ставить. Не знаю, нужна ли мне она. Ну и дальше по коридору. Здесь у меня вход в большую комнату, а справа это дверь в ванную комнату. Большую комнату показывать пока не буду, но она, вы знаете, огромная тоже. Вот, поэтому пространства у меня достаточно. Огромное окно, второе еще окно справа. Вот, а кто-то даже мне сказал, что «Ой, да вы поставьте цветы на окна, и у вас будет там все прекрасно и замечательно». Да вот они, цветы на окнах у меня и стояли, вот, товарищи дорогие. Вот цветы на окнах. Правда, они все еще зацвели. Это у меня чудесная махровая пеларгония, вот я ее рассадила. Ну вот, со временем будут через месяц цветы. Как-то так. Ах да, совсем забыла еще. Похвастаюсь вам, прям действительно похвастаюсь, друзья. Потому что смотрите, как я придумала зашить свой вот этот вот камин на кухне. Я его закрыла вот такими двумя листами пластика. Суперскими. И они просто по размеру подходят и просто... Вот так вот просто легко стоят и закрывают это все пространство. Но надо придумать, я, наверное, их на магниты посажу. Немножко здесь остался немножко промежуточек. Нужно было впритык, но, к сожалению, вот 40 на 40 размеры пластиковых листов. И получается не то, не то, у меня немножко больше, 82. Ну ничего, я очень рада. Посмотрите, как здорово смотрится камин. И при том, что я могу открывать в любой момент и доставать. Там у меня кладовочка такая небольшая. Вот еще сегодня мне доставили из B&Q мебель. Посмотрите, как здорово, да? Я думала, мне доставят именно то, что я заказывала. А мне доставили досточки. Вот такой я купила себе шкафчик. Видите? Вот он. Высота 1,80 м у него. Но я не думала, что это, знаете, игрушка для взрослых «сделай сам».
Лего для взрослых, как я называю. Я сейчас его открою, вам покажу, как это все у нас выглядит. Вот видите, вот так вот выглядит. Сказали, что белый, но что-то вижу серый. Мама дорогая, ничего не поняла. Ну нет, слава богу, знаете, торец почему-то серый, но сам, слава богу, белый. Я заказывала белый, вот я достала, видите, вот такая вот красивая поверхность у него, блестящая, ну, наверное, не видно вам. Так, друзья, представляете, да? Ну, это то, что я вам как раз и сказала. Вот тут инструкция, вот он шкафчик. И инструкция, как его собирать. А здесь еще вы посмотрите только, сколько этой металлической всякой, как она называется, что, фурнитура, не фурнитура. Ну, в общем, металлические все приспособления, чтобы все это собрать. С ума сойти! Вот представляете, мне сейчас заниматься этим. Я же не буду ждать друга опять целую неделю. Мне ж надо срочно все. Это садик моего друга. Уже я вам показывала. И Шекспира нашего вы видели. Я... здесь немножко отдыхаю, а друг мой готовит нам ужин. Представляете, он обожает готовить, друзья. И когда я к нему приезжаю в гости, он всегда готовит сам. Ему очень нравится. Ну, а я решила здесь в садике немножко отдохнуть. Надо ловить теплые деньки. А это вот его большая комната, камин я вам показывала. Здесь в консерваторе мы обедаем обычно. Ужинаем редко дома, чаще всего ездим куда-то в ресторан или в паб ужинать. Но сегодня остались дома в консерваторе. Я весь дом вам показывать не буду, я покажу вот... третий этаж, где я обычно останавливаюсь. Вот это вот уже моя здесь спальня. Вот я показываю, как сюда подниматься. И это под самой крышей вы видите окно наверху. Спальня со своей большой ванной комнатой. Все здесь есть. Я уже здесь, видите, на окне расположилась со своей косметикой. Вид неплохой на город. Вот здесь душевая кабина. Ванны нет. У него везде душевые кабины. Ну и вот так вот смотрится. Это большая спальня. Мне эта спальня, вы знаете, как-то приглянулась больше всего. У него в доме 4 спальни. Я выбрала вот эту самую верхнюю. Она мне нравится. Вон там наверху окна этой спальни. Они выходят в сад. Я вам снимаю немного, когда у меня есть время и возможность. Я уже не хочу быть назойливой. И моему другу докучать постоянно со своей камерой. Вы понимаете, друзья. Поэтому показываю вот так вот, немножко кусочками. Это мы в ресторане обедали. А это еще в одном пабе. Это вот на острове Уайт, кстати. Не помню название этого паба. Вот мы тоже здесь... уже второй раз обедаем. Очень неплохо. Я обещала вам показать много всего разного. Вот и показываю, друзья. Я надеюсь, что сегодня вам мое видео понравилось. И я очень жду ваших комментариев. И я очень жду, конечно же,
ваши лайки и подписку, пожалуйста. Те, кто еще не подписался, пожалуйста, подпишитесь, друзья. Я еще буду у друга гостить 3 дня. И я, вы знаете, в этот раз взяла с собой свой лаптоп, ноутбук. Вот, и надеюсь, что я вам еще видео смогу сделать и выложить. А на этом, друзья, я с вами прощаюсь. Всего вам доброго, всем пока-пока.